Начался большой праздник большого тенниса с церемонии награждения. Адлерская теннисная академия провела сразу несколько турниров среди семейных пар, любителей, детей до 8 лет и пар старшего возраста. В каждой категории определили лучших, они получили грамоты и медали. Во всем мире день тенниса отмечается 9 июля. Именно в этот день, 140 лет назад, состоялся финал Уимблдонского турнира, старейшего из 4 турниров серии «Большого шлема». Тогда за ним наблюдало всего 200 зрителей. Сегодня миллионы поклонников по всему миру. Это праздник моего любимого вида спорта, тенниса. Я планирую в будущем посвятить всю свою жизнь теннису и так или иначе делать все для развития этого спорта в нашей стране и в мировом масштабе. В Адлерской теннисной академии отучились 17 тысяч спортсменов. На ее корты выходили Евгений Кафельников, Анастасия Мыскина, Марат Сафин, Михаил Южный, Елена Дементьева и другие великие теннисисты. Да и в целом город Сочи – город со славными теннисными традициями. В Сочи сейчас идет большая популяризация тенниса, определенные успехи имеются. Вот на фоне Елены Весниной, олимпийской чемпионки, Жени Кафельникова, Маши Шараповой и многих сейчас подрастающих поколений. Сегодня у нас столько людей занимается теннисом. У нас есть прекрасные корты. Есть и чемпионы Кубка Дэвиса, есть чемпионы Российской Федерации. Но самое главное, что воспитывают прекрасных людей. Кстати, главврач 4-й краевой больницы Константин Афлидис сам в прошлом воспитанник Адлерской теннисной академии. Сегодня участник любительского турнира в честь Всемирного дня тенниса. Кроме того, к празднику приурочили турнир среди семейных пар и малышей. Инга Габеша, Ольга Десятова, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.